Я буду тебе подсказывать. Небольшая тайна. С высокой горы Олимп сегодня, в июле, в лагерь «Волна» пришел к нам сам Зевс, чтобы открыть Олимпийские игры. Встречайте! И вместе с ним богиня Олимпа. Он неспешно продвигается на нашу площадку. Куда ему спешить? Он же уже на работе. Он быстр, активен и спортивен. Здравствуйте, многоуважаемый Зевс. Вы готовы приветствовать наших замечательных детей на этом параде? Загадывайте, какие спортивные виды самых лучших детей вы хотите увидеть, и они придут к вам по вашему повелению. Для начала необходимо на наш импровизированный стадион под ваши бурные аплодисменты вынести флаг Олимпийских игр. За баскетболистками я приглашаю на наш стадион лучших футболистов «Волны» и нашей страны. Ваши аплодисменты! Посмотрите, как грациозно они набивают 4 мяча. Один настоящий и 3 мысленных. Далее у нас следуют самые прекрасные, самые маленькие девушки, представительницы синхронного плавания. Вслед за этими красавицами выходят мои волейболисты. Наши аплодисменты. И за волейболистами лучшие гимнастки лагеря «Волна». Аплодируем громче, первый, второй, третий отряд. Уважаемый Зевс, как вам наши спортсмены? Первый отряд подготовил нечеловеческой красоты сюрприз группы болельщиков. Смотрите, вкушайте, наслаждайтесь.
Украине. Ну и теперь, для того, чтобы наши Олимпийские игры состоялись, я приглашаю самого быстрого человека лагеря «Волна», спринтера, который грациозно в таком прекрасном стиле бега должен внести олимпийский огонь на наш стадион. Ваши аплодисменты! Этот спринтер бегает только большие дистанции. Поэтому он так быстро, грациозно оббегает наш стадион. Бурные, бурные аплодисменты! Я считаю, что наши Олимпийские игры открыты! Дорогие ребята, нашему уважаемому, многоуважаемому Зевсу надо срочно идти открывать Олимпийские игры в других лагерях, а потом успеть еще до заката попасть на свой Олимп. Давайте же его отпустим, проводим бурными аплодисментами и начнем играть! Соревноваться, кто быстрее, кто шустрее, кто лучше всех, вы идете на волейбольную площадку, правильно? На младшую, знаете. Дальше старшие отряды идут на баскетбол и затем футбол. Там все вот так вот перемешается. И волейбольная площадка тоже ждет любителей летающего мяча. Ну что, расходимся по площадкам, увидимся там. Спортивных вам успехов! Я хочу это.